И выезжаем перекресток Лексина Индустриальная. Вот налево Индустриальная, вот направо пошла Индустриальная. Вот по просьбе, сейчас 2021 год, по просьбе, кто-то там мне написал, снимаю, что изменилось. Ну, ее подлатали, что изменилось. Вон, посмотрите на бордюры. Мало того, они не покрашены, как обычно, да? У нас в Симферополе последний раз красились бордюры, наверное, при Украине. Россия почему-то считает, что они не должны быть бело-черными. Хотя это часть разметки. И вот такая вот улица. Ну что, вон ямы, все. Ну, я не знаю, тут ничего не... Вот этот кусочек. Никто ничего тут особо не делал. Короче, я не знаю, бардак. Вот у меня нету других. Вон тут дом какой-то начали строить. Ну вот. А, ну это кусок Лексина, я так понимаю, вон. Здесь просто продолжение. Вот Дзюбанова. Короче, ну и вот. Я говорю, все это просто тупо пыль в глаза, замыливание. Вот, мол, нате вам дороги, нате вам. Не знаю, что там нам еще дают. Ну, в общем, вот все это нате вам, как куста. И не пить всем. Ну, как-то так. По-моему, это выглядит так. Только разговоров много. Ну все, всем пока.